знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит. Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты. Олег, ну что вы все время занимаетесь гипердиагностикой? Ей 30 лет, какой инфаркт? Тем более был алкоголь. Был? Вы, извините, дура совсем. У нее все признаки, кардиограмма, боли. Но эти два так называемые врача схватили мою мать, чуть не уронив ее на ступеньки, и поволокли насильно, при этом они хохотали. Когда я пью, мне кажется, что я тебя люблю. Когда не пью, то кажется, что не люблю. Согласен? Я не согласен. Не согласен, Лей. Ты же уже решил все, ну давай, разводись. Я умираю, ты что, не видишь, что ли? Рот закрой свой, вот так. Кто-то на кухне лежит. Там Галян, да, без травмы. Ну вообще. А ты что ж ты? Успокойся, Кать, ну успокойся, блин! Ой, помоги! Слушай, скажи, когда ты съедешь? Завтра же меня здесь не будет. Подходит? Хотите яркий пример человеческого фактора? Вот он, распущенный врач. Олег, ты у меня уже едешь по-другому. И главное, чтобы человек, которого я лечу в данный момент, потом не умер, так ведь? Нет. Можно я тебя обниму, Кать? Просто обниму и все. И это невозможно.